Ребятулечки, бомбалейла. Ну что, короче, через пару дней выезд. Завалялось у меня немного колес с предыдущих этапов. Надо начинать строить BMW, поэтому, если кому надо колеса, пишите. Готов даже доставить на СДЧ в Сочи, потому что СДЧ же впереди. Ну и по бустику, смотрите, намытый, ухоженный, аккуратненький. На бустик, опять же, тоже цена есть, обсуждаема. Вот такой вот салончик. Вот такой вот комфорт. Люкс. Опять же, сгоняю на этап Сочи, потом готов, в принципе, распрощаться с ним. Даже могу, по сути, доставить его до какой-нибудь точки дистанции. Давненько я ничего не снимал. Пришло время этим, видимо, подзаняться. Короче, парни сейчас выставляют Lexus на стапель. И будем вот это вот делать. Повезло, что удар был не особо сильный. Вот это, по сути, только внешняя кожурка. Никакие силовые элементы там не пострадали. Но просто вот эту вот шубку надо будет подтянуть. А в межсезонье полностью заказана вот эта вот внешняя облицовка, ее целиком поменяем, и все. Выглядит, конечно, дерьмово. Скажи, это дерьмово или нет? Он вообще не любит на камеру сниматься. Попутно изготовили новые элементы, которые пострадали. Это порог, задние фендера, передние накладки вот на эти зоны. Ну и новые элементы, которые мы до этого все никак не могли сделать. Так, это с той стороны. Наконец-то до них дошли руки. Не в карбоне, потому что на боевую машину. Один элементик. И элементы на заднюю часть, которые давным-давно были в проекте, но все никак руки не доходили их закончить. Сейчас я фотки сюда приложу. В общем, вот такие вот, ну, прямо скажем, выебончики. Опять же, вот этот, вот эти элементы, это все планировалось сделать из карбона, но так как это первая пробная версия, сделаем пока такие. Тачка, конечно, после этого этапа мрачную, конечно, поколотили. Но опять же, как здесь, так по лайту притерто это. Все очистится. Порожек подтянуть чуть-чуть. Пожалуй, за все годы вот это, наверное, самое неприятное. Потому что тачка только построена и... Короче, жалко. Ну что, брат, прощай. Дадбос, видимся.